На сцене большого зала консерватории этот замечательный артист, талантливый, любимый, задал вопрос нашей хрупкой девушке: отчего, почему? Это случилось в программе «Возвращение», когда программа была посвящена музыке советского кино 50-х годов. Сегодня вновь звучит этот вопрос. Народный артист России Александр Домогаров задает его сегодня. Для меня в этот день, словно в мае, сирень, помню, цвела. Неожиданно ты в мою жизнь и мечты, помню, вошла. Отчего, почему, я не знаю сам. Я поверил твоим голубым глазам. И теперь скажу тебе, ты одна в моей судьбе. Ты одна в моей судьбе. Дорогая, поверь, я не в силах теперь сердце унять. Ты как свет мне нужна, ты должна это понять. Отчего, почему, я не знаю сам. Я поверил твоим голубым глазам. И теперь скажу тебе, ты одна в моей судьбе, ты одна в моей судьбе. Отчего, почему, я не знаю сам. Я поверил твоим голубым глазам. И теперь скажу тебе, ты одна в моей судьбе. Ты одна в моей судьбе. Положу туда. Люблю. Поздравляю! Здоровья! Я обожаю Сашу Домогарова!